Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем наше общение с руководителем, основателем Русского культурного центра «Востоглав» Всеволодом Чухаркиным. Мы как раз, я думаю, что сейчас спросим тебя, почему именно «Востоглав», почему такое название понравилось и что, как ты себе воспринимаешь вот это событие, «Востоглав», это явление в русской жизни. Вот об этом, вот, наверное, все-таки важно очень. С радостью расскажу. Значит, в под такое прекрасное и глубоко символическое название, именование «Востоглав» в честь Церковно-Земского собора Востоглавова 1552 года, мы, конечно, не сразу подошли, где-то в течение нескольких лет, около 10 лет, существовали как историческое агентство, называлось так, агентство знатных событий «Жили-были», которое занималось этнокультурными и историческими проектами от частного мероприятия, праздника до фестиваля там, городского или федерального масштаба. Угу. Которое было признано популяризировать русскую историю. Это назвал такой период русского тысячелетия. От крещения Руси, от князя Владимира, до предреволюционных лет. Вот, то есть разные эпохи. Соответственно, складывались, поскольку рос опыт работы в этой сфере, этой деятельности. Тут так как надо быть и жнецом, и на дуде, и грецом. То есть и на коне скакать, и ковать, и сшить этот костюм, и провести это мероприятие, организовать, и сделать там сценарий иммерсивного спектакля. Два спектакля поставили в центре Москвы на День города и День народного единства. А дальше уже началась так называемая этнопедагогика. Когда надо же чем-то заниматься с народом, гостями. Вот, и мы потихонечку стали изучать старинные русские игры, подвижные игры. Игры, хороводные, танцы парно-бытовые, песенную культуру, музыкальную культуру и культуру боевую. Соответственно, сюда же входит русский кулачный бой. И игровые поединки разные. Их тоже огромная масса. И все это, значит, мы проводили. Допустим, я проводил фестиваль «Крымская весна», День народного единства на Манежной площади, на Тверской, на Арбате. И вот представь себе Манежную площадь. У нас там разные регионы России. И культура этих регионов, этих народов, малых и больших, была представлена через игровую культуру. Там играли в бурятские игры, в чукотские, в русские, в татарские и так далее. И, естественно, преимущественно русские, поскольку у нас разные регионы. Пять или шесть лет назад построили небольшой музей в усадьбе Ромашково. Я сейчас его перевез под конец пандемии на свою землю. Это недалеко от парка «Патриот», и там музей восстанавливаю. Это интерактивный музей, преимущественно для детей или для семейного формата. В большинстве своем приезжали детские и школьные группы. У нас начиналась программа с экскурсии по экспозиции, контактной. То есть померить, потрогать все эти предметы. Урок живой истории, который перетекал в какой-то мастер-класс. Если детишки там совсем маленькие, мы или лыковую лошадку делаем, куколку. Постарше пишем там пером гусиным, чеканим и так далее, куем. Потом выходим на игровую площадку, играем в череду старинных русских игр подвижных. Современному ребенку крайне не хватает движухи. Игры. Мы сейчас, к сожалению, дети все вот умеют пальцем по гаджету, по стеклу смартфона, а вот там мяч поймать, а это же нейронные связи, это очень важно. И я родителей спрашиваю, играете с детьми? Нет, там некогда. Всем некогда. А фундаментальное значение игре придавал даже академик Павлов. Он в детстве в раннем занемог, чуть не приставился, родители его отдали какому-то священнику, он сделал на попечение. И с будущим академиком он чем занимался? Трудотерапия и русские народные игры. И будучи уже академиком, принимая на работу медиков, врачей, он давал в руки биту и говорил, покажи-ка ты играешь в городки. И этим тестировал человека. Вот представляешь, насколько фундаментальное значение. Вообще несет русское
вообще, в принципе, игра, движение для ребенка. Вот поэтому для, как бы, в рамках, так скажем, молодежной политики, как это сейчас называют, мы открыли музей. Через какое-то время запустили небольшой семейный православный лагерь. Вот в этом году он проходил. Я привез детей с Донбасса, с Горловки. И сила изучения, практического изучения русской традиционной культуры, она оказалась такова. Это ни в коем случае не моя и не наших педагогов заслуга и вожатых. Просто вот такова эта сила, что 7 детишек впервые в жизни причастились. Хотя у нас не было какого-то там отдельного курса катехизации. Мне просто утром подошли, дядя сел, вот мы с вами идем причащаться, мы ничего не ели, не пили, но мы, правда, не знаем как, мы вот прямо мы хотим. И одну девочку в самый последний день смены мы покрестили. У меня такой же был случай года 4 назад, когда после музейной программы один мальчик из детского дома принял крещение. Потому что тогда, ну, программа, которую проводил, она была посвящена эпохе крещения Руси. Я показывал такой Евангелие огромное с замками, значит, показывал, рассказывал об этой эпохе. И вот все дети зацепились, они не знали, что такое Евангелие. Никто из сидящих детей, там человек была группа, ну, в среднем, там 20-30 человек. Никто не знал этого слова. Не спросили, а что это? Я начал рассказывать. Им оказалось интересно. И вот мы поговорили об Евангелии, потом все это пронизали сквозь русскую традиционную культуру, а вообще, в принципе, русская культура на Евангелии основана. Даже кулачные бои. Весь русский спорт... Ну, правда, читать нельзя... учили богословцев. Да. Весь русский спорт, весь годичный круг крестьянский, все крестьянские праздники, даже игры, они все зиждятся на Евангелии, как и вся русская культура. Вот. Вообще это очень важно, то, что ты с молодежью занимаешься, это, ну, как бы, а есть поддержка там от государства, каких-то, не знаю, социальных комитетов? Нет. То есть, если, конечно, кто-то вот услышит, да, в передачах, я думаю, не знаю, твои чаяния, посмотрит то, что ты реально делаешь, это не просто какие-то иллюзии, на энтузиазме, на голову. Это действительно все работает. Это просто должна выстроиться очередь благотворителей, государство должно на заметку взять. Я более всего скажу, по всей стране, вот все, которые у нас, ну, наверное, в абсолютном большинстве, не в большинстве, а в абсолютном большинстве, существующие сегодня дома культуры или дома народного творчества, они далеко не всегда имеют отношение к народному творчеству, они имеют отношение к некому такому неосоветскому... Ну, дома пионеров, собственно говоря. Да, дома пионеров. Шашки, шахматы, это все понятно. Я общался с директором одного такого ДК, да, это, Сер, это, скажите, что, это чем вы занимаетесь с детьми? Да, ну, там какой-то есть определенные, там они поют хотя бы. Я говорю, скажите, а в игры какие-то вы играете? Вы знаете, вот что-то физически делаете? Да. Знаете, никто не знает. И так по всей стране. У нас прописан курс, который можем масштабировать на всю страну. Подготовки и переподготовки педагогов. Учебных заведений, доп. Образования, средних. Я даже считаю, что такую этнопедагогику, мы называем этнопедагогикой, мне кажется, ее можно интегрировать даже вот в рамках школьной физкультуры. И вот что действительно получает сильный отзыв, потому что со школами тяжело так в школу зайти, это воскресные школы. Вот с кем, вот куда бы мы ни заходили в какую-то воскресную школу, нам все и родители, и отцы говорят, слушайте, это то, чего вот прям нам нужно. Ну, конечно. Дети, ну, наверняка ребенку нужно, куда ему дать? Наверняка знаешь, он познает через движение. Вот у отца Яна там Борисоглебский монастырь под Ростовом. Ну, там тоже дети при деле. Они на всех этих соревнованиях участвуют по русским видам спорта. То есть это, ну, слава Богу. Такой большой очаг. Хотя недавно мы провели два фестиваля. В Спас на Угреше и Никола Вершний в Николо-Угрешском монастыре. Поддержал настоятель, и очень всем понравилось. И братьям, и гостям фестиваля. Вот, ну, то есть руки не опускаются вот о такой вот сложной ситуации. Нет. И все даже скажут, ну, а что вы хотите, сложная ситуация в стране, в мире. Вот этот вопрос может так вот просто быть выброшен вот такими, ну, а когда было легко, сложность? Что значит сложно? О будущем надо думать. У нас потеряно поколение нулевых, так называемых, да, когда эти недоеденные, недокормленные, брошенные с перекошенным сознанием люди выросли.
А я думаю, что, не знаю, это государственная задача. Ты государственник. Смотри, государственная задача. Ты чувствуешь себя государственником? Я? Да. Ну, это, может быть, дерзкий ответ, но русский человек себя обязан чувствовать государственником в каком плане? Ты про себя, про себя. Обязан, нужен, должен, не должен. Никому мы ничего не должны. Вот либо ты есть в тебе, либо нет. Искусственно же не сделаешь вот как бы понятие любви искусственной или понятие покушал виртуально. Когда, смотри, мне кажется, обязанность, когда человек, русский человек, знакомится, становится восприемником русского культурного кода, в нем внутри загорается. Это название твоей передачи, я хочу сказать. Но это же неспроста. Да. Вот, в нем разгорается и как бы всплывает понятие, да, но проявляется понятие русской национальной идеи, своей идентичности, и в том числе самый главный секрет русского самодержавия, к которому мы сейчас возвращаемся довольно форсированно. Правда, не все об этом знают. Это царственность, внутренняя царственность. Еще Бунин писал о кресте. Посмотрите на русского крестьянина. Он посредился два раза и как царь. Причем это не говорит, это ни в коем случае не что-то из там, гордыни или тщеславия, или высокомерия. Нет, это царственность. Вот когда ты по отношению к своему ребенку, к жене, к подчиненному, сослуживцу, партнеру по предпринимательскому делу, почему угодно, к другу, к соседу, к знакомому, незнакомому, к ближнему, начинаешь относиться царственно, как царь. А Господь Адаму изначально заповедовал вообще-то, он предполагал, что Адам-то будет царем. Вот когда начинаешь относиться царственно, чувствуешь, что внутри все выстраивается, что идет абсолютно гармоничный процесс взаимодействия. А национальная идея? Ты разобрался с понятием национальной идеи? Для себя, конечно. Государство пока не может никак вот разобраться. Вроде бы как нужна в государстве. Наше государство. 13-я статья Конституции вроде как не соответствует. Ну, смотри, тут все очень просто. Что-то конкретного не предложено. Все очень-очень просто. То есть понятие, извини, предложено понятие патриотическое воспитание. Это такой, рафинированный, знаешь, картонный патриотизм, это кашу, который не зиждется. Вот так вот размазать, все это вот ни о чем. Картонный патриотизм, который не зиждется ни на чем. Это как на... Ну, патрас, любовь к отечеству. Какому? Одни какому любят отечеству? Советское отечество, другое любят монархическое. Шарево. Другое любят, нас никто не трогает, и мы вас не тронем. То есть, какое вы отечество хотите собирать вокруг? Можно вот про Евангелие. Скажи, что про Евангелие ты указать? Видишь национальные идеи, что-то ты мог лично, ты, Всеволод Чухаркин, предложить в качестве одной из понятий, то, которое, может быть, будет услышано и законодательно утверждено. Может быть, она будет перефразирована в 21 веке, но это православие, самодержавие, соборность. Не народность, а соборность. Соборность. Потому что соборность, у меня друзья других национальностей удивляются, говорят, все вот мы диву даемся, насколько русский человек сегодня разобщен. Ну хорошо, а татары, а мусульмане, вот. Там другие верования. Другие верования. Православие, никак они не впишутся тогда, получается? Они как-то не впишутся, если государев дикой дивизии служил из чеченцев. Если чеченцы, если... Ну хорошо, и она же его и оставила. Конвой оставил, царя, все оставили. Трусость, измена, обман. Ну что, и где? Ханна Чехиванский и Келлер, ну кто еще? Все. Ну а сколько тех самых ханов присягали русскому царю? Вот мы в музее по секрету, да, Николая Государя Святого. Да? Ну все оставили. Поэтому сказать, что вот такие вот дикодивизия, вот какие-то казаки мистические, пластуны, вот еще какие-то. А реально не было ни одной попытки спасти царя ни в Тобольске, ни в Екатеринбурге. Вот поэтому не купить, нас не сегодня, выкупить, не захватить. Поэтому мы сегодня и без пастыря 100 лет, вот больше 100 лет. Я как раз и хочу услышать твою национальную идею.
Что ты? Вот, я понимаю, что вот эта красивая вот фраза, да, но я еще раз говорю, вот религиозность – это хорошо. И при Иване Васильевиче Грозном, там, допустим, принимающий Мурза, для русского человека становился религиозность – это нехорошо, это необходимо. Достоевский недаром сказал, что русский человек, он без Бога дрянь. Почему? Немец без Бога, он какой-то… Без веры. Без веры, да. Немец без веры. Мы же видим, что веры, то верования у нас разные в стране, многонациональная страна. Она немного, ее нельзя называть, нашу страну нельзя называть многоконфессиональной. Я много не называю. Когда там 10-20. Я сказал, многонационально. Ну какая она многонациональная? У нас 80, больше 80% и русского люди, населения. Люди, совершающие свои религиозные обряды, они сначала будут недоумевать, будут потом притворяться. Ну как бы по какому-то религиозному цензу уже были ограничения. Да, могут покреститься, чтобы почему на седло поступить или продвинуться по службе, принять православие. Но это же все, опять же, не то. Смотри, каков поп, таков и приход. Представим, что в приходе есть святой жизни человек. Или мирской, или монашествующий, или в приходе, или в обители. Может ли святость настоятеля гарантировать святость всего прихода? Ну, конечно, не может. Но все равно, как ни крути, на верных чад, на верную часть стада этот настоятель или этот наместник, он все-таки влияет положительно. Я же не про то, что есть понятие титульной нации, есть понятие государствообразующего народа, языка. Все гораздо проще. Это все правильно, и все двумя руками. Но вот укрепление таких вот, допустим, регионов, да, там Татарстан, там Башкирия, да, интерес своей религии, своей национальной кухни, одежды, культуры, это все на грани, да, вот просто на грани, что может в какие-то измы превратиться. Потому что если... Сепаратизм? Как обычно. Казань в свое время присягнула. Как обычно. Я говорю, смотри, о самом простом божественном порядке. Так вот, он таков, что в семье должен быть там папа, мама. Вот, папа... Не один родитель, но и родитель номер два. Да, вот. То есть, семья может быть, вот там, ну не знаю, там отец или приставился, или ушел на страну далече. Ну, такое бывает, такого много, у нас 43% разводов, на минуточку. Мы там чуть ли не лидеры по разводам часто, но входим там в какую-то там тройку, десятку по этой статистике. Но все равно порядок в том, что был папа и мама. Вот можно быть это вот без папы и мамы? Ты сейчас как бы говоришь, слушай, а можно без папы и мамы жить сиротой? Ну, можно жить сиротой. Можно, но это не от хорошей жизни. Представь, что какой-то приход или какой-то монастырь – это обитель. И любая организация. Вот что ООО «Ромашка», что Ставропигиальный мужской монастырь. Вот и ООО «Ромашка», и Ставропигиальный мужской монастырь потеряли главу. Здесь настоятель, здесь директор. Вот они, подчиненные, сидят, чешут репу, вот братья сидят. И представим, что ту ситуацию, что они вот в обеих случаях они решили не выбирать. Пусть какая-нибудь некая коллегиальная власть. Долго это стадо без пастыря протянет? Ну, конечно, нет. Начнутся кривотолки. А вот во второй случай, второй пример, все-таки должен быть поставлен, ну, если там как святейший поставляет же, да, наместника. Ну, то есть он должен быть избран, он должен быть рукоположен. Представим, что в обитель настоятелем ставится нерукоположенный человек, ну, самосвят. Вот какой-то инок там встал, сказал, я буду наместником. У тебя же нет рукоположения. Ну, я зато умный и храбрый, глаза у меня красивые. И вот, ну ладно, хорошо, там братья проголосовали, там, значит, какая-то там единая партия, фракция «Единые братья». И вот они проголосовали, поставили этого самосвята. Он не одухотворен благодатью. Получается, что вот это вот его стадо, оно как бы от этого пастыря, даже не от пастыря, а от самой системы, которую не приняли, она будет претерпевать. Можно заставить себя любить. Власть может заставить себя любить. Подчиняться. Подчиняться, но не любить. Это я так, в кавычках, любить, да? А государь заставлял себя любить? Любить власть.
Нет, а что, был подписной лист и тоже был присягу целовать в любом случае. А исповеди, ну, как бы в как синодальной церкви, да, и отмечались люди, исповедующиеся, причащаются, то есть все контролировалось. Ну, синодальный... Я сейчас не об этом немножко, а я сейчас о другом. О том, что человек всегда любой конфессии, религии, я не знаю, большой, маленький, развитый, неразвитый, деревенский, городской, любой, он тянется к свету, к солнцу, тепло, светло. Он тянется к людям, которые теплые, светлые, добрые. В государстве люди разные, они тянутся к тому, кто честный, не ворует, желает всем добра и не живет двойными стандартами, тройными. Тут уже не вопрос даже не национальности, а религии, но кто? Спросит, в ком, сколько, какой капли крови, и на этом основании делать какую-то иерархичность. Про кровь я не говорю. Не об этом речь. Кто три раза исповедовался, кто полтора раза, кто сказал, я недостоин, я еще готовлюсь. Я часто говорю, стань светом, и к тебе потянутся. Власть тоже по такому же принципу должна формироваться, самокритично. Не бежать, я хочу быть депутатом или там начальником. Дело в том, что я не хочу, власть потому что формироваться подожди, только с главой. Подожди. Я не достоин быть депутатом. Я еще не дорос. Я еще не могу людям дать того, что я должен им дать. Я еще недостаточно образован, недостаточно честный, недостаточно добрый, чтобы заниматься там финансами, экономикой и прочим. Во власть или еще куда-то, понимающий, как ты говоришь, никто не помогает, тебе в частности, или в культуре, да, идут люди, которым это вообще не нужно, абсолютно, по факту. Абсолютно. То есть получается, люди абсолютно получается, мертвыми глазами. Вот и смысл, вот государство, образование, если там есть профессионалы, ну, которые, допустим, корыстные или себролюбцы, да, ну что, да, сначала личные интересы преследуются. Отче, мы живем. А все малые, сирые, убогие остаются там на подножном корму. Просто об обществе судят по отношению его, да, к детям и к старикам. Что там лукавствовать-то? Когда у нас страна лидирует по абортам, ну о чем? Каким? И по мужским суицидам. Мы каким хотим быть государством православным? Так Ленин этот ввел, разрешил эти аборты. В мире первое. Первый в мире этот антихрист. Так а что мешает государству запретить? Не дискутировать вот так вот, знаешь, вот на уровне там. Что, здесь же что мешает? Этот подожди, ответ, подожди. Он же церковь на поверхности. Вот сказала против, да. Вот. Кто-то тоже сказал против. А по другим измам, по отношению к детей, к детям, насилие к детям. За это вообще должно быть абсолютное наказание. Смертная, не смертная. Смертная казнь, конечно. Ну нет, есть урановые рудники. Есть урановые рудники, равносильная, да, вещь, да. Но неприкосновенность детей должна быть абсолютная вообще. Образование, там, здравоохранение детей – это первое вообще. Вот номер один расходов на детей. Здесь... Дорогие друзья, мы продолжим все-таки общение с Севой Чухаркиным, потому что вот вещи, мне кажется, очень важные. Мы хотим затронуть, конечно, что-то главного такого мы не решим, может быть, действительно, но побуждать себя и других к размышлению все-таки нужно. Всего доброго, наилучшего. Спасибо.